Страна FM и Спорт Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Доброе утро, друзья. 10.03 в Москве. Это телерадиоканал «Страна FM». Здесь и Влад Кутузов. Юлия Егорова, здрасте, доброе утро. Доброе утро, да. Ну и да, у нас большая программа, как всегда, по вторникам в 10 часов утра на «Стране о спорте». Она называется, в гостях у нас наш хороший старый знакомый, корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Кирилл Бурдаков. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Со всеми наступившими уже окончательно праздниками. Ну, теперь уже сами, вас тоже. Да, Кирилл задумался, подумал, нет, может, что-то пропустил. Ну, крещение еще впереди, 19 числа, так вот основные праздники уже все. Там много чего найдется. Ну да, главное, у нас и не кончается. Потом 23 февраля, 8 марта и упираемся в майские. Но не об этом речь, говорить мы будем сегодня о спорте. Прежде всего, конечно, я думаю, да, наверное, о зимних видах спорта. И, возможно, затронем еще и теннис, потому что там тоже интересные события. С чего удобнее будет начать? Давайте начнем с праздника, который нам подарили наши лыжники. Биатлон, лыжи. Ну, наверное, все-таки с более свежего, да, эти выходные прошли под знаком нашего биатлона. Действительно, давно такого не было, пожалуй, столь позитивных ощущений от биатлона не было чуть ли не с Сочинской Олимпиады, хотя там тоже, если помните, не все очень гладко сложилось, но золото было, всенародный праздник был, радовались сильно. Последующие 5 лет больше страдали, глядя на то, что происходит на биатлонных трассах. То бегут медленно, то стреляют не точно, а чаще всего и то, и другое не сходилось. Была, конечно, звезда супермасштаба Антон Шипулин, так и тот ушел перед Новым годом. Казалось бы, куда уже хуже. Оказалось, можно намного лучше, чем было. Этап в Оберхофе прошел блестяще. 3 золота в 6 гонках и обе выигранные эстафеты. Эстафет российские спортсменки, женщины, не брали добрых 7 лет, с 2012 года. Куча их было на этапах Кубка мира, на чемпионатах мира, на Олимпиадах. Хоть ты что хочешь. Даже серебра, по-моему, ни разу за это время не было. Была одна победа, правда, которую сейчас вспоминать не очень принято, потому что дисквалифицировали потом Ирину Старых, и победу эту у нас отняли. Так что чистых не было 7 лет. Вот теперь случилось. Причем случилось тем составом, от которого этого дела точно не ждали. Давайте мы озвучим состав, который нас так порадовал. Бежали Евгения Павлова, вторая в жизни эстафета на уровне Кубков мира. И гонка примерно так 10-я, может даже меньше. А это очень мало на самом деле. Конечно. Это совсем не дебютантка этого года. Маргарита Васильева, первая в жизни эстафета. На первая Кубка. Эстафета, да. У Васильевой. На этапах Кубка. Понятно, на чемпионате России за Красноярск она, по-моему, бегает. Точно бегала. Но мероприятие вот такого масштаба впервые никогда. У спортсменки. И опять же, дебютантка этого года. Лариса Нуждина, первая в жизни гонка на этапах Кубка мира. То есть так высоко ее даже не вызывали никогда в жизни. Бегала Россию, собиралась вообще летом уезжать в Белоруссию, потому что не видела перспектив. Сказали: Лариса, останься на год, может, пригодишься. Пригодилось, не то слово. Вовремя остановили. Отстреляла так, как всего из... То есть там порядка 20 команд, то есть порядка 80 человек выходило. Оба свои рубежа без промахов прошло 6 человек из всех. Нуждина среди них и еще быстрее всех при этом. Провела этап для новичка просто гениально. По пятибалльной шкале 6, не меньше. Ну и, наконец, главная звезда Екатерина Юрлова-Перкт. У нее эстафета уже 15-я в карьере. Медалей доселе была одна. Но, тем не менее, она самая опытная, да? Безусловно. Она чемпионка мира, чего у нас в женском биатлоне, собственно, очень давно не было. Кирилл, слушай, вот тема очень интересная и важная. Давай мы прервемся сейчас, а потом уже продолжим вот об этом говорить, друзья. Будьте здесь, скоро вернемся. Страна FM и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Программа «Стране о спорте», и сегодня мы говорим о невероятных победах наших спортсменов с корреспондентом издательского дома «Спортэкспресс» Кирилл Бурдаков. И вот мы на наших девчонках сейчас остановились. Давайте еще подробнее поговорим, потому что вот хочется все-таки понять вот суть этого феноменального успеха. Почему не получалось 7 лет, а сейчас вдруг собрались и выиграли? В этом сезоне с очень хорошего нашей сборной стрелковая подготовка. Отмечают это с первого этапа. То есть людей, которые в биатлоне все-таки стрельба важна. Как бы лыжный ход — это много, это почти
гарантия высоких мест в личном, в общем зачете, где личные гонки в эстафете, в первую очередь важна стрельба. Поэтому взяли Нуждину, а не Светлану Миронову, которая бежала лучше всех и бежит лучше всех в сборной России, но стреляет так, что страшно смотреть. Кирилл, а Нуждина, кстати, к слову, это самая взрослая у нас, да? Нет, Перт старше. Юрлова, да? Конечно, старше. Юрлова бегала за сборную тогда, когда все остальные еще по юниорам были далеко-далеко. А Нуждиной, получается, 28. Ей 28 лет. Да. И это ее вот первая серьезная эстафета. Первая гонка, она впервые попала на Кубок мира. Личных гонок у нее до сих пор нет. Но вот не факт, что еще будет. Ну, хотя зарекомендовала она себя блестяще в этой гонке. И опять же, надо отметить, что Италия, которая обладает, наверное, сильнейшим составом, именно по подбору кадров, чтобы 4 один к одному, чтобы без провалов. В этот раз вышла на старт без Дороты и Вирр, одного из там 3-4 лидеров женского биатлона. И там Николь Гантье отметилась, конечно, 8 промахов с 8 выстрелов на одном из рубежей, 5 штрафных кругов и 16-е, по-моему, место. Вот и все, и нет Италии. 16-е место у Италии. Да. Вот одна девочка там отметилась так, что, думаю, больше ее не позовут в эстафету. Та же история, примерно та же, у сборной Словакии, которая внезапно совершенно собрала очень серьезный состав. Впервые, наверное, в истории своей, к Анастасии Кузьминой, которая наша бывшая соотечественная, старшая сестра Антона Шипулина, еще много чего, многократная олимпийская чемпионка, добавились очень толковые сестры Фиалкова, Ивона и Паулина. Ну и четвертый рубеж, как всегда, слабое звено. Терезия Полякова опять настреляла черт знает что, третий она этап бежала. И пятое место в итоге. И, наконец, сборная Германии, которая, ну, должна была выигрывать эту эстафету, как все шло. То есть немки опережали наших, вот наши девочки молодцы, стреляли точно, ничего не чудили. Но истинный уровень, вот без косяков у всех соперников, это далеко не первое место, вот даже при таком идеальном прохождении. Германия должна быть лучше. Но на последний этап немцы умудрились поставить бывшую лыжницу, очень быструю лыжницу, Денизу Херман. Но стрелять-то не очень научили. Вот она и настреляла 2 штрафных круга. В итоге еле-еле у Чехии второе место отбили. Надо отметить, опять же, наш тренерский штаб, который разобрался, поставил на точность, на надежность, вот. Что именно в этой гонке в Оберхофе под дождем, с ужасным ветром, было очень важным моментом. Отстреляли, победили. Дай бог, чтобы увидеть еще победы в ближайшие 7 лет хотя бы. Будем надеяться. А хотелось бы и чаще. Да, Кирилл, слушай, а мужская наша сборная в этот же день, по-моему, да, все произошло? В один день, через несколько часов, мужская сборная России. Там состав посерьезнее по именам, конечно. Там вернулся в состав Максим Цветков, которому пришлось проходить все круги ада под названием этапы Кубка России летом, просто в этом году. Впервые за многие-многие годы сборную России набирали по-честному. То есть не забыла его заслуги, а надо все равно летом пробежать 2 или 3 гонки и доказать, что, ну, не летом, а в конце октября, грубо говоря, или в начале ноября, что ты готов. И вот кто набирает больше всего очков, тот попадает в сборную. Попали, ну, в целом все, кого ждали, ну, потому что все-таки опыт и мастерство за лето не прогуляешь. А вот Максим Цветков, который, кстати, закончил прошлый сезон, закончился победой россиянина именно Цветкова в масс-старте. Он вообще не попал даже во второй состав. Его отправили вот на этапы Кубка России бегать с людьми, которые намного слабее по уровню. Кирилл, давай снова прервемся сейчас ненадолго. Друзья, 2-3-4 минуточки, и мы снова продолжим программу «Стране о спорте». «Страна ФМ» и «Спорт-экспресс» представляют «Стране о спорте». Лайв. «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ». Кирилл Бурдаков из издательского дома «Спорт-экспресс» у нас в гостях. Кирилл, доброе утро еще раз. Мы закончили на биатлоне, давай им же и продолжим, поскольку мы не договорились. Мужскую сборную мы начали говорить. Максима Цветкова вот мы недообсудили. Максим Цветков вернулся, плохо пробежал спринт, отлично пробежал гонку преследования, получил шанс и отработал первый этап блестяще. Закончил в тройке, передал вместе с лидером. Ну, то есть, как стартовал, так и пришел, ничего не напортачил, опять... Погода была все та же, может, чуть-чуть улучшилась, но это вряд ли. Отстрелял вообще идеально. За второй этап доверили Евгению Гаранчеву. Гаранчевая эстафета — это такой мем биатлона российского, потому что сколько эстафет испортил сборной России Евгений Гаранчев, сосчитать сложно. Более того, именно стрельбой. Именно стрельбой, да. И у него у самого были, ну, поговаривают, что психологические проблемы. Из-за того, что ни раз, ни два ему не получались эти эстафеты, он уже...
ну, не сказать, что горел, не горел желанием в них вставать, но и тренеры понимали, что лучше без Гаранчева. Ему тяжело психологически. Вышел, отстрелял идеально, передал первым. И дальше уже Дмитрий Малышко, Александр Логинов бежали с отрывом от соперников. Приятное соседство ни с кем, только с болельщиками, лыжами и трассой. Стреляли чуть похуже, чем первые двое, но никого не подпустили на пушечный выстрел. Два финиша с флагом за один день. Но это действительно великий день для российского биатлона. Две победы на одном этапе в эстафете у России было только однажды за 20, сколько у нас уже лет после распада СССР, в 2006 году. Я тогда только начинал смотреть биатлон. Ну вот, и сейчас, 13 лет спустя. Ну, в советское время еще было 3 таких дня, но там и соперников было поменьше. Да, биатлон культивировался, дай бог, в странах 4-5, а не 25, как сейчас. Кирилл, вот что я поняла, что нам такая погода ужасная, этот ветер, только на руку оказались, да, в отличие от наших соперников нежных. В этот отдельно взятый день. Но действительно, у нас сейчас по стрелковой части лучшая команда в мире. И мужская, и женская. Другое дело, что так было на протяжении нескольких последних лет, и это не сильно помогало нам побеждать. Будет чуть лучше погода, надо будет еще и скоростью добирать. Но звезды сошлись, и сошлись очень и очень позитивно для нас. Это воскресенье запомним надолго. Слушай, да. Логинов, завершавший этап, он еще и в пятницу победил. Первую победу в карьере наконец-то одержал. Он сейчас четко второй в мире. То есть уходил Шипулин, казалось, все. Сейчас у нас и в женском за десятку, дай бог, цепляться, и в мужском то же самое. Не тут-то было. Не тут-то было. Логинов сейчас четко второй в мире, уже собрал 6 подиумов за сезон. 5 победа, 2 вторых, 2 третьих места. Плюс это победа в эстафете. Кирилл, а что там была история, что руку ему пожимать не хотели, что-то такое вот? Ну, это проблема давняя, вечная. Россия и допинг во всем мире чуть ли не спортивным, чуть ли не словами синонимом для некоторых людей являются. Например, для Себастьяна Самуэльсона, который в том спринте стал третьим. Он мочит Россию, на чем свет стоит, за допинговые дела по поводу и без. Постоянно швед такой не очень приятный, возрастом совсем юный, но уже олимпийский чемпион. И вот вылезает постоянно. А Логинов, он отбыл 2-летнюю дисквалификацию, причем не такую, что там левая за что-то придуманное. Нет, это были серьезные препараты. Собственно, отбывал по делу. Другое дело, что отбыл и вроде как должен вернуться и продолжать выступать. Что было, то прошло. Некоторые помнят и говорят, что вот пока он публично не принесет извинений, там заявляет Мартен Фуркат. Некоторые говорят, что мы вообще не хотим рядом стоять с ним. Но, тем не менее, Логин победил Йоханнес Бё там, не прямым текстом, но полунамеками, говоривши, что ему не очень приятно, руку пожал. Самуэльсон руку пожал, несмотря на все, что нес до этого. Так что вполне себе вливается в биатлон. А смотри, мы вот говорили не об очень хорошей теме, да, о которой мы очень долго говорили там в прошлом году, потому что вся эта история продолжалась, сейчас понемножку затихла. Не хочется говорить о грустном, но так уж, поскольку мы заговорили, не может ли быть такого, что вот пройдет год, там пару-тройка лет, и задним числом, как это уже было, да, потом выяснится, что при повторном вскрытии проб у нас вдруг опять что-то не так, как должно быть. Конечно, может. Ничего в этой жизни исключать нельзя. Абсолютно ничего. Мне нравится, с каким выражением лица Кирилл. Ну, конечно, может. Но... Причем у Кирилла такое выражение лица, кто не видит, как будто бы он уже об этом знает. Не, ну я не удивлюсь ничему. Что у сборной России, что у любой другой сборной, там, у преследователей, не знаю. Но я думаю, вот в случае с Логиновым... или Норвегия, да, там, соперница. Ну, у Норвегии, как мы знаем, там у них астматики же все бегают. Ну, например, Маргарита Васильева, которая бежала третий этап эстафеты, тоже астматик, тоже принимается альбутамол. Так что это не запрещенные препараты. Пока. Нет. Даже, ну, пока не запрещенные, но если запретят этот препарат через 2 года, результаты не аннулируют. А, это в любом случае, да? Ну, если он сейчас разрешен. То есть, если сейчас это не является чем-то запрещенным, любой человек может его применять. И если через 15 лет кому-то приспичит его запретить, то это надо будет просто все результаты всех спортсменов аннулировать. Слушайте, я предлагаю прямо сейчас допинговую тему закрыть. Быстро, причем не хочется бы. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, и скоро к вам вернемся. Будьте здесь.
Страна FM и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Ну что ж, давайте продолжим вместе радоваться успехам наших спортсменов. И сегодня нам о каких-то феноменальных результатах рассказывает Кирилл Бурдаков, корреспондент издательского дома «Спорт-Экспресс». С биатлоном мы закончили. Еще раз говорим огромное спасибо нашим спортсменам, которые впервые за 7 лет продемонстрировали вот подобный результат. Ну, у мужчин были победы все-таки, но да, но девочкам, это девочки. Девочкам, да, отдельно благодарность. Мужчины все-таки чемпионат мира в 17 году брали в Хохфильцеве в эстафете. Тоже приятно было. Теперь что? Тур де ски, лыжники тоже очень здорово выступили. Давайте поясним вот для тех, кто сильно далек от лыжного спорта. Тур де ски – это довольно-таки длительная история. То есть пока мы наслаждались зимними праздниками, поедали вот тут с Кутузовым, да, наши оливьешки, наши лыжники потели несколько дней подряд. Кто поедал, кто потел, кто ждал от гонки до гонки. Главное событие каждых новогодних праздников уже с 2006 года – это как раз тот самый тур де ски, лыжная многодневка первая. Ну, собственно, чтобы подравняться с велоспортом, где вот эти вот многочисленные многоэтапные гонки вызывают огромный зрительский интерес. Тур де Франс, да, имеется в виду? Тур де Франс, Вуэльта, Джиро д'Италия. Лыжники тоже долго думали, чего бы нам такого придумать, чтобы сделать наш вид более интересным, более смотрибельным. Потому что однообразные гонки, либо когда бежит целый пелотон и на финише там несколько, еще 50 километров бегут, а на последних 100 метрах все решается. Ну, не самое. Я люблю смотреть, большинство нет. Гонки с раздельного старта еще меньше любят смотреть люди. Ну и вот придумали, давайте вот так, чтобы общий зачет, чтобы там несколько этапов, и друг другу, и всем было кому-то что-то нужно не только на финише, но еще там на промежуточных отсечках. Нужно было обогнать принципиально вот этого человека, который твой соперник. И в конце концов придумали вот это вот дело под Новый год. Собственно, обычно начинается в конце, в этот раз 29 декабря, бывает 31 вообще, ну, по-разному. И заканчивается числа 7-9 в Италии восхождением на гору, реальным восхождением на гору. То есть горнолыжники с этой горы временно спускаются. Нет, они спускаются обычно, а лыжники беговые, они просто идут 4 километра вверх. На беговых лыжах, на, да? На беговых лыжах. Я как человек, увлекающийся этим видом спорта, могу сказать, что это невозможность представить себе, как тяжело. Это полный ад для всех спортсменов. Большинство, если ни на что не претендует, думают, а давайте-ка мы снимемся отсюда от греха подальше, здоровье дороже. А снимаются люди вообще, спортсмены, да? Толпами. Угу. То есть начинают тур-дески условно 100 мужчин и 70-80 женщин. До финиша нынче добралось 28 женщин. Ну, после этапа обычно уходят, ну, там... Закончили спринтерские, например, и человек 15, так все, нам здесь больше делать нечего, бегать 10 километров каждый день мы не готовы. Мы привыкли 5 раз в день по километру 300 и отдыхать, а тут 10 километров до каждый день. Потом еще умирать в горе. Ну зачем нам это надо? Мы поехали тренироваться, у нас вот этап Дрезда не ждет. Ну а кто-то ждет, идет до конца. И весь этот тур, это был просто какой-то сплошной праздник российских лыж. На Олимпиаде в Пхенчхане мы поняли, что там все очень хорошо и даже лучше, чем было раньше. Молодая команда подоспела, и причем собралась такая, что всем страшно во всем мире. Вернулся Устюгов Сергей, который несправедливо отстраненный год по большому счету пропустил. Только вернули его в состав, палец на руке сломал, лечился. Вот, наконец, вернулся, стал в итоге вторым, должен был побеждать, но в предпоследней гонке начудил сам. Ну, и с тактикой партнера немножко. Но учитывая, что он столько пропустил еще, это сломанный палец, это результат потрясающий, конечно. Потрясающий, великолепный результат. Дальше пятое место занял Александр Большунов, который выходил на старт последний третьим, даже лидировал по ходу тура. Он лидировал в Кубке мира до самого завершения тура с первой гонки и до завершения тура. Александр Большунов носил желтую майку лидера. Такого с нашими лыжниками не было. Я не знаю, было ли вообще. Наверное, в 90-х, может, у кого-то. Вряд ли. Думаю, не было. Ну, одну гонку, две максимум бывало. Женщины, да, женщины, конечно. В 90-х у нас была фантастическая команда, с которой никто не мог соперничать. У мужчин ничего подобного не было много-много лет.
И вот эти все люди, они брали медали реально каждый день, кроме первого. Первый день в спринтерских гонках Большунов стал шестым, Белорукова четвертый, обошлось без медалей. Далее каждый день минимум одна медаль. Кирилл, вопрос. Наши поднимались вот на эту знаменитую гору? Конечно, поднимались. У нас две победы на этой горе. В предыдущие былые годы Александр Легков выиграл и Устюгов побеждал. В этот раз два серебра, что тоже результат превосходный. У норвежцев победил Йоханнес Клебо. Ну, ему повезло с тем, что тур был составлен так. То есть, по большому счету, он был составлен под Клебо, хотя организаторы вряд ли это делали. Два спринта в начале, а он спринтер лучший в мире, с этим никто не спорит. Три гонки, в которых он мог отсидеться за спиной чьей-то, его довозили до финиша. Вот если бежать, вот разделка одна была, где интервальный старт, и бежишь, только со временем соревнуешься. Там он проиграл кучу времени, откатился в конец второго десятка. А все остальное, где можно зацепиться, проехать, на финише убежать, это он любитель. Ну и гора, он вышел с полутораминутным преимуществом от Сергея Устюгова, финишировал 16-секундным. То есть очень прилично Сергей отыграл, но или высоты горы не хватило, или все-таки слишком много было потеряно. Кирилл, а скажи, пожалуйста, для тех, кто не в теме, я не совсем понимаю тоже. Вот это восхождение на гору, да, это финал гонки, да получается? Да. Это время идет в общий зачет падает или как-то отдельным этапом оно считается? Ну, считается это отдельным этапом. История за это считаются очки, но это действительно сложно. Это победитель гонки тот, кто первым поднимается в гору. А, вот так вот. На финальный этап, 9-километровый, 5 по равнине, 4 в гору. Люди выходят с тем преимуществом, которое они от соперников нарастили за 6 предыдущих этапов. Идет общий зачет, где плюсуются там бонусы всякие разные. То есть Клебо вышел, через полторы минуты Устюгов, еще через минуту Большунов и так далее. Соответственно, Клебо бежал в горном одиночестве и первым до тут добрался. Хотя результат именно восхождения у него был там 30 какой-то. Но, тем не менее, то, что он заработал до этого, он материализовал финиш первым, и первое в своей жизни, довольно короткое, ему 22, золото вот этой престижнейшей штуки. Ну, слушайте, я очень люблю лыжи, но я представил себе, и мне стало что-то как-то плохо так резко. 4 километра в гору. Это невозможно просто. Давайте прервемся, друзья, несколько минут, и мы снова продолжим программу «Стране о спорте». Страна FM и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Live. Ну а мы продолжаем наш интереснейший разговор с Кириллом Бурдуковым, корреспондентом издательского дома «Спорт-Экспресс». Обсудили наших спортсменов, феноменальные успехи у нас в лыжном спорте, биатлон радует. И вот прямо сейчас в разгаре Australian Open, и наши теннисисты тоже неплохо выглядят на общем фоне. О, Юль, прости, пожалуйста, я хотел просто Кирилл просить, да, наверное, всем нужно напомнить, мы поговорили о биатлоне, о лыжах, будто бы так, что все это закончилось, а впереди у нас чемпионат мира и по одному, и по другому виду спорта, поэтому конечно, все еще впереди, да? Ну, по биатлону чемпионаты мира каждый год проходят, а по лыжам все-таки раз в два года, тем они более важны. А в этом году они как раз будут. Да, этот год как раз год чемпионата мира по биатлону. Ждем многого от мужчин, ждем многого от женской команды, где 3 23-летних девушки. Ну, это молодой возраст для лыж. Финишировали в пятерке общего зачета Тур де Ски. В пятерке, 3 наших. Другое дело, что там не было лидера сборной Норвегии Терезы Юхаук и всей сборной Швеции, но это уже кто потом вспомнит. Это вообще совершенно уже нюансы неважные. Именно да, так. Победители не судят. К теннису. К теннису. Да. Начался вчера Australian Open. Первый из 4 важнейших турниров года. Россиян по привычке, по традиции, довольно много. 12 женщин, 4 мужчин. Это поменьше, чем обычно, но закончил в конце прошлого года Михаил Южный. Андрей Кузнецов, я так понимаю, все лечится, никак не может восстановиться. Но вот осталось 4 бойцов. У мужчин все пока довольно хорошо. Карен Хачанов, Данил Медведев, наши главные надежды. Люди, которые получили довольно высокие номера посева, то есть котирующиеся нынче в мире, 10 и 15, они уверенно победили в первых матчах. Медведев так вообще сегодня вынес просто своего соперника. Хачанов чуть помучился вчера с сербом Гаевчиком, но все равно победил. Порадовал Евгений Донской, обыгравший серба Ласла Дьора.
Серб, конечно, венгер чистой воды. Андрей Рублев, к сожалению, проиграл. Проиграл сопернику примерно своего уровня, но господин Макдональду. Но он хозяин все-таки кортов. От Рублева ждали больше, но не дождались. Но трое во втором круге — это тоже хороший результат. Года три назад о таком мечтать мы не могли. Были проблемы у российского мужского тенниса. Сейчас все наладилось. У женщин, наоборот, не все так радужно. Из 12 человек сыграли уже 9. Три девушки сейчас прямо проводят матчи. Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян и Вероника Кудерметова. 4 победы, 5 поражений. Касаткина, да, проиграла? Касаткина пролетела, я бы сказал. Повела она сегодня. Касаткина, надо понимать, первый номер российского тенниса. Не Мария Шарапова это нынче, а именно Дарья Касаткина. 10-й номер мирового рейтинга. Повела 3-0 в матче с Тимея Бачински. Которая, кстати, на минуточку на 145-м месте. На 145-м сейчас. Месте, но сейчас она уже будет гораздо выше. Девушка по защищенному рейтингу, так называемому, сюда попала. В чем прикол, так скажем, этого рейтинга? В том, что человек, получивший травму, имеет право и когда-то высоко котировавшись до травмы, не когда-то, там, 15 лет назад, а именно вот на момент получения, он может эти свои очки рейтинговые использовать для того, чтобы выбрать себе несколько турниров, на которых защиту произвести. То есть в рейтинге она упала вниз, но она еще может вернуть себе вот незаслуженно из-за травмы потерянное. Не прогадала Бачински с турниром? Конечно, не прогадала. Надо выбирать именно такие турниры, на которых можно заработать большие очки. Можно вот такие же очки можно заработать, выиграв какой-нибудь челленджер. Кирилл, смотри, более-менее с теннисом понятно. Все, у нас буквально остается 50 секунд. Вкратце о гандболе. У нас же сегодня важный матч еще, да? Сегодня сборная, ну не исторический, конечно, сборная России выигрывала много чемпионатов мира в свое время. Олимпиаду брали несколько раз. Но, тем не менее, сегодняшний матч с Бразилией очень важен с точки зрения выхода из группы. Россияне пока не проиграли на чемпионате мира в Германии ни разу. Обыграли корейцев, обидно сыграли ничью с сербами и вчера героически спасли ничью в матче с хозяевами со сборной Германии, проигрывая 3 мяча за 6 минут до конца. Отыгрались. В концовке Сергей Марк Косоротов принес ничью. И теперь наши шансы на выход довольно большие. Ну, будем надеяться на победу. У нас заканчивается время, к большому сожалению. Кирилл, большое сегодня спасибо. Приходи к нам еще, будем всегда ждать. Обязательно. Спасибо. Вот, мы тоже с вами прощаемся, друзья, до завтра. Вернемся в 7 часов утра, как всегда. Юлия Егорова. Влад Кутузов. Пока. До завтра. Пока. Всем счастливо. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна ФМ». Пока.